Хороший вопрос по поводу трагедии в период августа. Я не знаю, как ответить. Дело в том, что с одной стороны накладывается на развитие нашей страны какая-то действительно августовская цикличность. С чем она связана? С игрой или решением на небе, или нашим развитием. Мне сейчас трудно сказать, но эта тенденция имеет значение. Сейчас для меня прежде всего является даже не период наводнений, который имеет и техногенный характер, кстати, президент Путин недавно тоже это признал, у нас на Дальнем Востоке. И он связан с естественными причинами, с муссонными дождями, там, разливами рек. Но ситуация крайне обострившаяся на Ближнем Востоке, в Сирии. Я надеюсь, что до конца августа не произойдет ударов натовских агрессоров, прежде всего США по Сирии, но процесс идет все к этому. Но вот я надеюсь, что мы хотя бы преодолеем этот рубеж.